В Иркутской области лучшим преподавателем по ОБЖ стала ангарчанка, учитель 31-й школы Елена Петушинская. На днях завершился региональный смотр-конкурс среди педагогов по курсу «Основ безопасности жизнедеятельности». Он проходил в детском центре «Галактика» в течение 3 дней в несколько этапов. Елена Петушинская на протяжении 3 лет становилась призером муниципального конкурса и, одержав очередную победу, представила наш город на областном уровне. Конкурс проходил 4-й раз. У нас в области большая часть, конечно, это мужчины. 12 участников это были мужчины, которые уже приезжали не первый раз. Так что приходилось тяжеловато бороться, особенно на практике с ними. Почему? Потому что это были военные, сборка-разборка автомата там была у нас. Победителем города из города Ангарска, и именно женщиной стала вот я на всем промежутке конкурса, сколько было. Кроме ОБЖ, педагог обучает ребят химии и ведет занятия по физической культуре. Кроме того, увлекается спортивным туризмом, где вместе со своими учениками применяет теорию основ безопасности жизнедеятельности на практике.